Привет! Меня зовут Денис Манжосов, и я хотел бы поделиться информацией о себе. За время моей 15-летней работы в одном из крупнейших телевизионных продакшенов Украины я получил колоссальный опыт в производстве телевизионного контента. Благодаря «Кварталу» я работал на всех центральных телеканалах Украины. Я обожаю движение вперед, всегда ставлю себе новые цели и преследую новые возможности. Примерив на себе множество одежек от ведущего до продюсера, я понял, что хочу иметь свой собственный бизнес. Так появилось на свет ивент-агентство «Катон». Чем больше ты знаешь, тем больше ты зарабатываешь. Именно эти слова подтолкнули меня получить второе высшее образование, и я закончил режиссерский факультет в School of Visual Media and Performing Arts at the City University of New York. Мои работы в области журналистики и сценарного дела были по достоинству оценены на всеамериканских конкурсах молодого кино. На данный момент я разрабатываю телевизионные программы, интернет-влогинги, создаю и веду ивент-мероприятия, пишу сценарии к сериалам и полнометражным фильмам, а самое главное, я продолжаю движение к своей цели. Я буду снимать кино. Девиз моей жизни – творить и развиваться. Let's create together!